Кексы, выпечка, которая любима многими, при переходе на диету, часто приходится отказываться от этого лакомства. Чтобы этого избежать, расскажу, как приготовить диетические кексы. Кексы по этому рецепту получаются нежные, вкусные и ароматные. Рецепт простой и отнимает совсем немного времени. Для приготовления я взяла овсяную муку, но вы ее можете заменить на любую не менее полезную. Пара таких кексов на завтрак вполне безобидна для фигуры, попробуйте. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте все ингредиенты. Банан разомните хорошо вилкой, предпочтение отдавайте переспелым плодам. Добавьте яйцо. Перемешайте, добавьте мед или любой подсластитель и снова все перемешайте. Подписывайтесь и ставьте лайки. Насыпьте муку, какао и разрыхлитель. Перемешайте все до однородного состояния. Готовое тесто разложите по формочкам, заполняя их примерно на 2-3, всего выходит 4 штуки. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 20-25 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. Диетические кексы готовы, приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Банан 1 штука, спелый, яйцо 1 штука, мука овсяная 3 столовые ложки, цельнозерновая, какао 2 столовые ложки, обезжиренное, мед 2 чайных ложки, можно заменить на сахарный заменитель, разрыхлитель теста 1 чайных ложек, количество порций 9. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Еще увидимся.